Здравствуйте! Сегодня покажу вам страничку к сказке «Сорока-ворона». Вот такая у меня страничка получилась. Вот детки у меня на кнопочках прикрепляются. Открывается домик. Такой вот разворот получается. Здесь вот мама-сорока. На кнопочке. Детки. Детки садятся. Вот. Такие вот столики. Здесь вот есть печка, где она кашку варила. Здесь вот есть перетяжка. Такие букашки. Есть ягодки. Вешается на крючочек. Это тоже все снимается. Есть вот топор. Есть дрова. Вот. И есть ведро. Вот такая вот страничка получилось у меня. Они тоже снимаются и садятся. Вот. Вот так вот. Ребенок изучает и цвета, и рассказываем сказку. Вот такой вот разворот. Книжка уже скоро будет готова. Вот еще пару дней, и уже будет все готово. Спасибо всем. До новых встреч.